Правосудный и победоносный падишах, шах среди шахов, коего конец да будет лак, день Аллаха на земле. Из Триполи, Туниса, из Алжира прибыли по твоему благословенному велению новые корабли. Милости Аллаха, они быстроходнее русских и вооружены лучше русских. В бухте Калиакре, где стоит твой флот, о могучий падишах, не видно воды от множества судов. Я, Сид Али из Алжира, клянусь, что разгромлю шах-пашу и привезу его тебе в железной клетке. А вам предлагают участвовать в сериалах? Ну, редко, но смотря что. Я не считаю, что я правильно все согласиться. Это очень плохо сейчас. Это все поставлено на поток. Не рассказывай, как это делается. Угу. Это кошмар. Но вы не занимаете принципиальную позицию. Я не снимаюсь в сериалах. Нет, нет. Вообще я не считаю, что можно или нужно. Сериал сериалу рознь. Смотря кто режиссер, смотря какой сценарий, смотря какая роль. Все-таки. И если я приду в этот сериал, то я постараюсь сделать так, чтобы это было достаточно интеллигентно. Сегодняшний день Владимира Абрамовича Этуша. Из чего он складывается профессионально? Профессионально он складывается из того, что я, значит, веду какие-то уроки. В училище? В училище. Из того, что я рецензирую все экзамены. Участвую в показах, просмотрах и высказываюсь. Еще какие-то, может быть, и спектакль. Еще есть у меня антрепризы. «Неаполитанские страсти» называется. Это «Цилиндр» был у нас такой спектакль в театре Вахтангова. Да. И сейчас мы его играем тоже, но в границах антрепризы с очень хорошим составом. Угу. Владимир Абрамович, последний вопрос к профессору Этушу. Владимир Абрамович, на старте, когда приходят студенты в театральное училище? Их никто не знает, у них есть только фамилии. И они начинают на первом курсе работать. Вот скажите, пожалуйста, видно, кто кем станет? Вот этот будет звездой, этот будет звездой, этот прославит театр. Проглядывается. Видно, нельзя сказать. И даже из того, что проглядывается, можно в результате не получить этих надежд. Угу. Потому что 18 лет и, предположим, 25. Ведь когда формируются артисты, это неизвестно. Ну, в этот период. Но, может быть, не было хороших ролей, он не мог проявиться. А может, они после 25 лет вдруг ему повезло, и тогда он, так сказать, как-то проявился и показал себя. Так что это очень сложно сказать. Но примерно, конечно, можно сказать, что этот человек способен. Конечно, индивидуальность же, она же видна. Не совсем. Да? С самого начала не всегда. Слушай, что ты говоришь? Молодежь бежит из колхоза. Бедствие! А? Ты что это? Правда прочел? Обидно, но ничего не сделал, да? Только вошел. Молодая еще, капризная. Какой капризный, слышишь? Хулиган! В этом месяце вся прогрессивная общественность собирается отметить День Водолаза. А это что, есть в календаре? Будет. Доченька, налей ему пиво и накорми досыта. Артистов надо уважать. Боже мой, какая у них жизнь. Хуже, чем у нищих. Ах, мадам, искусство требует жертв.
Обидно только, что искусство бывает разное, а жертва, как правило, всегда одна и та же. У нас такая опасная профессия, мадам. Ну, Мусик, ну ты не жалеешь своего маленького мужика? Пошел вон, обжора! Ну что? Ну что? Что? Ну что? Что? Что она тебе сказала? Я знаю одного человека, сказала черепаха, который сделает все на свете, чтобы получить этот ключик. Я! Владимир Абрамович, я благодарю вас за это интервью. У нас в гостях был замечательный актер, генералитет нашего театра Владимир Абрамович Этуш. Это была программа «Роли исполняют». Смотрите нас и до встречи.